Интересно, какой сегодня будет инвокер Топсона, потому что на Dota Pit, когда брали себе OG инвокер для Топсона, он на первой карте играл Экзорт, на второй карте Квас Векс он катал. Так, ну Тео, ну Тео, неприятно ему. Ну Тео, убирают его Рамис, да, ФБ Рамис делает, викинги. Да, с талантом Феникс вообще жесткий был. То есть получаешь быстро 10-й и все, и чувствуешь себя комфортно. Фармишь. Ой, хорошо, Рамис здесь. Но Тейл сбивает каст лидера и забирает на Тейла у нас. Тут Супернова себе бан. И можно будет что-нибудь с ней придумать. Постараться. Даже Шедоби. Тем более еще и Вейл пролетает. Смотрите. Полетел на Икарус, кидает Вейл, Селери. Ну тут Селери, до свидания. Минус Селери. Уровень 6 есть. Супернову не поставить, потому что маны не хватает, к сожалению, у Себа. И в итоге он дает спирит, но маны его нету. Там было 200 маны нужно. Так, выход на Тоби у нас. Тоби. Тоби неприятно. Ветра, ЕМП сразу. И Тоби у нас умрет. Здесь, конечно же. Топсон, хорошая перетяжка была. Урнус и заряжает Топсон. Весел он будет убрать себе, не знаю. Потом химика нужен, конечно. А тут сейчас выход. Выход здорово. Что по детекшену, если что. Ой, какой-то детекшен. Тут Топсона мокрого места не оставляет. Так, там у нас в миду. В миду. Топсон. Разлом полетел. Поставляет шед. Шедо очень больно. Но под ультимейтом пока что он выживает. Но это будет ненадолго. Сенрейм подогревает. Забирает его. Убили Топсона. Но самое важное было убить шеда. Пошли на бум. Бум. Сур, чтобы его спасает. Улетает на ревокейте у нас сюда. Обратно мидван. В итоге что? В итоге Сакса у нас умрет. Ну, 2-1, знаешь, потрались. Но убили шеда. Получилось убить шеда. Сларк, все правильно. Там, ну что там у нас? Сеп. Сеп взрывается. Минус Сеп. Сеп убивают. Так, побежали дальше. Нотейл. Коги хорошие. Ага, и Нотейла тоже бьют. Ребят, что-то викинги... Ну, знаете, что это проблемы, но все равно. Так, ветра полетели. ЕМП, хукшот под Инксвеллом от Рамиса, двух героев. Ну, нормально, назовем, кстати говоря. В итоге под гречку, под тосик, под ваку, минус мидван, минус Топсон. Красотища, викинги. Викинги, а что это за игра? Что это за... Красотища, я не знаю. Бум пошел дальше, себе на карте сюда улетает. У него есть Супернова, но ставить ее не хочется, потому что только первого уровня она. Тут не пьет шампанского, я согласен. Сейчас, секундочку, бум врывается на гречке на тосике. Пошел у нас Сакса. Сакса на бума ставится стенка. Санрей бума подогревают. И мидван купол вынужден ставить здесь. Да, влетает теп, санстрайк полетел. Неприятный ДС. Ну и Тоби тоже будет убивать. У нас минус Тоби, минус 2, где в это OG. Немножко принагрели здесь у нас викинги. Сейчас, секундочку, у нас полетели ветра. Прыгает мидван, пытается что-нибудь сделать. Но купол в одного не хочется ставить Селери. Так, колба кастует. Слушай, сейчас кто-то играет, это мидван, гречка, тосик, инсвел. Мидван, а что, БКБ не нажимается? Мидван или как? Арамис полетел, хукшот у него дальше. Можно врыв, вакуум. Сакс сбивается хостом. Сказ, замечательно просто. Но Тео пытается улететь, улетает он в таверну. За Сакс погоня, Сакса Шед, посмотри, разгоняется просто Шед. Машина шустрая, как смешная анимация, когда он так быстро бежит. Сандрин подогревает у нас Сакс, но там Рэдианс и Хастом тычку сделали. И пошли разбивать, пытаться Супернову. И, кстати, ее разобьют. Ее тоже разбивают, сейчас выживает до сих пор. Кончится не ультимейт. Санстрайк это минус 4, 28. У нас викинги ведут. Он все понял, Арамис должен что-то придумать срочно. Рамис должен туда входить. Рамис не успевает. Все, Рошан, ну мидвана. Мидван прыгает за балдэмэджем. Ставится какой хороший от Рамиса. Рамис выживает у нас. Да, Рамис живет. Хукшот. Он идет драться. Да вообще плевать. Там Аегис всего лишь. Нету ничего остального. Увозит сюда Топсона. Мидван БКБ. И все в рассыпную. Погоня за бумом. Себ здесь уже на месте. Мидван просто бегает в БКБ. Это фиаско, братан. Там подходит Шет. Кастуется колба. Ставится купол. Катаклизм. Разлом. Неплохо. Неплохо. Совсем неплохо. Но убивает только одного Арамис, хотя умирает так же. Тоби дальше пошли, Шед уже дерется. Шед выбивает из мидвана на Егис. Там ставится очень крутая Супернова, которая спасает мидвана, по идее. Да, спасает она. Шед сейчас еще взорвется, кстати говоря. Да, он взорвет, смотрите. Так, ульта-то кончится через секунду. Через секунду ульта кончается. Шед больно. Шед. Хорош, OG кайдет. Шед, прекрасная игра. OG бум врывается. Гречка Тос. Минус Топсон. Размен 3 в 3. И 3 в 4. Ну, а Егис был у мидвана. В итоге также рад тебя видеть. Сейчас, Павел, ему, извини, не могу тебе никак ответить. Мидван нажимает БКБ. БКБ у него там уже получается 8-секундная. Башки вылетает. Хукшот. Нужно как-то его остановить, потому что мне нужно жить. Сур, чтобы выживает. Там бум нападает на Себа и на Саксу. Бум. Бум, что-то мне кажется.
собирает свои силы, немножко переоценивает, играет супер агрессивно. Его пока что не убили, но баш вылетает, бум, еще баш, и забирает его, минус. Но Тео тут залетает Рамис, просто какой-то флекс. Ну и вот, это дота, вот это уже крутая игра, сейчас видим, и это мясорубочка. Шучу, конечно. Мидван, мидван на Селере, Селере. Селере живет, ветра достают, достают. Топсон шикарный ветра дает. И МП, и Селере забирают. То есть, да, там врывается Рамис с скрыл, укупается обратно Селере. Топсон прожимает под Рувекс, нажимает Бладстоун. Подходит сюда Шед, врывается но Тейла. И ставится купол, полетел катаклизм. Минус Рамис, минус 2 делает OG. Плюс Бэбэк выбивает еще. Шед, минус но Тейла. Шед кончается у него БКБ. Будет немножко потруднейше. Да иди дерись, Шед, да иди дерись. Куда ты разворачиваешься? У тебя еще ультимейт работает. Что ты делаешь? Шед, он пока в стане стоит вообще. Мидван вот подставляется. Мидван уже больно. Таймволк, Шед. А вот сейчас ульта кончится у него. Кончается ультимейт у Шеда. Он кастует кобу, но он очень плотно даже без ультимейта все равно. Пытается драться. Инксвелл взорвался. Полетел уром по Мидвану, но Шед здесь пока что, грубо говоря, один, но он дерется, убивает Мидвана, пошел дальше, Эбисова, Топсона. Ну вот он и алхимик, вот он и алхимик сейчас, баш первого удара. Ага, колба есть, нормально, ультракилл для Шеда, и Тараска прилетает, и Рошан сейчас будет тоже падать. Он врывается, ну купол он ставить, конечно, не хочет. Мидван, Мидван, что-то Рамис внутрь его залетает, неплохо, Шед дерется, противоразлом, Шед первый раз должен будет умирать, здесь должен умереть, тебе солдат перед смертью, первый свои, он взрывается, минус внутрь, выкупается обратно в игру, дальше что, взрывает у себя Супернова, Шед прожимает БКБ, у него 20 секунд не будет еще ультимейта сейчас, рейджа не будет, Шед в БКБ, бегает здесь, пытается что-нибудь сделать, Мидван ставит купол хороший, полетел катаклизм, пытается убить Селери, убивает его очень быстро, минус Селери, Бласт полетел, что делать, что-то непонятно, Сурж, 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 его спасая пока что. Мидван дерется. Минус Арамис, минус Арамис, минус Тоби будет так же. Минус Тоби, бум, подставляется. Хастоп, Топсон бегает из-под РВХ. Сейчас отсюда уже ушел и прожимается. Бум зачем-то сыр, хотя он умирает. И минус бум еще. Гречка Тосик. Да, это минус 4, минус Егист. Команда OG. А что у нас на топе? На топе у нас Шед, Шед, хукшот от Арамиса. Поймал-то он очень сочные цели. Минус Нотейл, который без байбека. И минус Сакса. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, пацаны, пацаны. Это ж минус сторона будет сейчас. А возможно даже минус 2, потому что 7 секунд не будет Нотейла. Без Нотейла будет трудно драться очень. Он делает много. Этого мы не видим просто. И все, Мидлан нажимает БКБ. Слово не взорвется по нему. Стан нужно Шеду кому-нибудь выкинуть. Он не выкидывает. Он взрывает. Ой, Шед, Шед, Шед. Хукшот полетел. Мидлан красный. Ой, Мидлан, что с лицом? Там эта иллюзия выносит. Силами выкупается Мидван обратно в игру, взрывается Супернова, Рамис заберут у нас, но остальные отсюда уйдут. Мидван умер. Ни хрена себе. Сакси. Пошли два брата акробата, у нас дефать линию. Ну, конечно, нужно, потому что барак горит. А там сейчас, смотри, три героя находятся в миду, только три героя. Сейчас врывается на Себа, Себ, Себ. Сейчас будет колба, и диск срабатывает. Себ, а что по Икарус, Себ? Что это был за странный Икарус с тебя? Прожимают он БКБ, башки по нему вылетают. Шед БКБ еще не нажимал. Там у нас что? Там у нас Топсона поймали. Топсон красный, очень минус Топсон. Топсон забирает, он с байбеком купается. Мидва стоит купол. Купол стоит, но Шед находится вне купола сейчас. Шед пытается подойти в замес. Убивает Арамиса, минус Арамиса. Арамис выкупается обратно в игру также. Шед наваливает, наваливает по Топсону после байбека. Топсона забирается, ставит Супернову. Мидван, Мидван, Мидван. Нужно уходить под Супернову, стараться. Супернова взрыв есть. И Шед! Глеймер, до свидания. Шед пока что выживает под Суржом. Вернется, он хилится на ультимейте скоро. Ну а тут команда продолжает драться. Мидван на Рамиса, вакуум хороший есть. Себ запускается от бума. Неплохая Катюша. Мидван, 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 Мидван пока что впитывает. Но это ненадолго, по идее, потому что Шед уже здесь. И Мидван уже не здесь, который без байбека, ребята. Это 1-0. Еще, ой, фантастика. Так, Эбисов себе развивается. Но основных героев нету. Нету основных, к сожалению. Он прожимается БКБ, но Тео забирает. Минус Нотео. Ну, ульта кончается у Шеда пока что. Минус ультимейт. Ну, можно драться, в принципе, да. Сакс забрать, Себа убить, потом Себ улетает. GG. Да, ну то прописывает GG. 1-0 с командой Викинг GG. Викинги делают первую карту. И опять же, знаете, легкие флешбеки зимние у нас, когда играли викинги, когда они только появились, эта команда. То есть это вообще, смотрите, мидван у нас будет висп, ребят, вы были во всем правы. Висп, керри и тролль, мид. Ну это OG, что сказать еще, это OG. Тут говорить нечего больше. Так, знаете, его отгоняют. Там красный, слушай, на топе у нас красный, и Нотейл, и Рамис, и топе в итоге. Нотейл умирает, ФБ делает викинг GG. Нормально. План по Тоби, спириты работают до конца, гейминг, 20 хп остается, выживает, Рамис тоже красный, пытался как-то подойти подсейвить, не получилось, трампи у пацанов еще нету,
Да, здесь Рамиса не имеется, а вот тут Тоби-то есть. Спириты, Супернова, кстати, ставится, неплохая, и Мидван умрет. Да, умрет. Тоби делает кью. Вот оно убийство, ребят. Загуляли, а там у нас на боте Сакс знаглел, убил Силерию. Просто нужно смотреть все и наслаждаться этим. Просто смотришь, наслаждаешься. Иксо нажимается, до Сакси не достает. Хукшот неудачный, пока что кривенькая драка начинается для команды Викинг Джи. Топсон там сбегает спринт, попадает на Силери. Силери больно, Силери неприятно. Пока что выживает Силери, еще живет. Погоня за ним до конца. Там у нас, да, его убьют. Что здесь, что Сакси, Сакси живет. Пришел за Нутейл, Нутейл с ультимейтом. Возвращается Нутейл, Топсон обратно. Чины от бума остановили немножко. Наривен тут улетает в мид и все. Так, Шед. Полетел у нас на Зерстрайк. Шед пока что выживает, там сука играет, поймали бума, бум. Бум неприятно, улетает Ремнанти, он отсюда пока что, бум выживает. Дальше что? Рамис. Это какие неплохие, Владнер приезжает для Топсона, будет у него лайфстил, хорошая ару для команды. Еще Рамис, полетел у него разгон, Рамиса должны будет убить. Санрей, хотя хукшот неудачный, и забирают его. Так, минус Рамис, дальше что Тоби есть Супернова. Есть Метеор Хаммерит, что может будет пролететь и запустить его. Там врыв на Саксу, Саксенкс его достает. Метеор Хаммер кастуется, хороший Метеор Хаммер будет сейчас. Бабах, хорошо Тоби комбинирует Метеор Хаммера у нас. Не забирают, не забирают. Как бы вы на это отреагировали? Так, у нас тут Саксом, на Рамис. Нидерстрайк не нажал Сакса, просто пугает. Инкслоу на Саксу до него достают сейчас. Сайленс вешается, фисты чины на дистанции пытаются пробить. Там у нас Топса забегает, ставится шикарная Супернова, шикарная. Это очень крутая Супернова, нужен еще дополнительный урон туда в команде на помощь. Хукшот, Тоби Санрей полетел по Топсону работать. Сайленс на него визит сейчас. Ну и пока что Топсон живет, у него нет ультимейта. Топсон под суржом разворачивается на Рамиса, Рамиса забирает, минус Рамис. Неплохо, Нутейл, красный Нутейл, минус Нутейл. Бум делает дабл килл, Топсон появляется, у него ульта уже сейчас, прямо здесь, сейчас. Ну и в итоге 7-6. Топсон, ну дальше бьет Рошана, слушай. Тоби спириты раскидывает пока что. Неприятно, но Тейл на ульту развоя поймали. Бума нужно спасать. У него есть хитра, он сам себя может спасти. Потому что, не потому что Топсон, БКБ, батут ранс. Вот это интересно было. Вот это было очень интересно. Супернова ставится далековато, очень далековато ставится Супернова, к сожалению. Хотя там сейчас Саксу подцепит, Саксу цепанула, Саксу... Ядерная бомба взрывается у нас. Фисточины ставится неплохая стенка. Шед манта и ублинковывается. Отсюда пошел Сонрей. Топсон без БКБ, без вототранса. Но он с Нотейлом. Что? Ну, я с Мидваном, боже мой, с Мидваном. Полетел Сакса, Сакса на бума, бум без маны. Мана где? Маны нету. Просто-напросто и все. Незер страйк. Инксвелл взрывается. Никого не подцепил. Минус бум, бума забирает. Все, без бума будет драться очень трудно сейчас. Арамис тоже можно будет забирать. Топсон за ним добежит до конца. Минус Арамис, минус 2 делает здесь OG. Да. Не полетели. Ой, больно, все, можно умереть. Умереть Топсон может первый раз. Ага, бату транса, Египс не дает ветра. Пытается его раскайтить сейчас. И, ну, сейчас даже буду бить. Если что, у него Супернова ставится. Супернова будет, если не ошибаюсь, идеально взорвана прямо под конец Египса. Идеально просто взорвана, шикарная Супернова. И Санрей еще греет сек. Больно, и вакуум под стеночку. Замечательно, Шед Монта нажимается. Выживает Шед, вылетает по нему сеточка. Сейчас Шеда забирает. Получается, ему убить, забирает также Рамис. Минус Рамис, кастуется Метеор Хаммер. Но уже все поздно, уже герои основные поумирали. И все взрывается, Топсон. Топсона Эгис ему выбили, но второй раз его не убили. Не убили. Бум, чины. Хорошие чины, кстати, бум. Саксу можно убить, Саксу забирает. Тоби киллинг спри у нас уже делает. Пока что бум осторожнее. Топсона пытается кайтить. Получится ли? Полетел 40 рез. Так что у Топсона дает ресурса, пацан умрет. Он умрет, он умирает, минус Топсона. Получается убить хукшот. Ну, это крутая вообще игра, на самом деле. Просто фантастика. Команды дерутся, вот это они играют. Так. Хукшот травится, нормально. Пошли коги, поймали Нотео. Ветра отправляется, Топсон нажимает БКБ, БКБ хорошо. БКБшка, дальше что он будет делать? Погоня за Силери, ничего интересного здесь нету пока что. Арамис зажимает, Арамис, полетел у него разгон, Арамис на спайдер-вейксе уходит, ставит коги, не получается спастись. Хотя Санрей там Топсон нажимает, батут ранс, поймали, бума, бум, после байбека было вот это фиаско, братан, минус Сакса. Сакс-то верно, но бума убили, это очень важно, он был после байбека.
То у нас Арамис пытается уйти. Арамис 90 хп, но живет, а там минус Селери. Минус Селери, да. Так, бильнутые ваши дзелы там. Но все равно. Без бума ставит Супернова. Эбис разбивается об гол. Так, Алибарда манавоид. Супернова нужно, чтобы взорвалась. Супернова взрывается. Минус Топсон. Здорово. Мидвана пытается поймать. Мидвана улетает у нас на титере сюда. Да, я пока что улетает. Но думаю, что погоня за ним все равно будет. Что-то врывает сюда. Эбиса у него только через 20 секунд будет. Хекс от Себа залетает. Пока что выживает у нас все прыгает на Тео. Но Тео, что по ультимейту. Ультимейт у него есть. На ульту разведут, развели. Ашет Алибарда. Ушел. Все. Отступает. Есть Рошан. Скорее всего, мы видели Себа, Себ. Контраспелл, Хекс не дал, Себ. Ракетка врывается, Себ нажимается с даблдэмэджем. Любопытно, но Себ пока что выживает, ставит стенку. И там иллюзии, которые ману выжигают. Здесь Шед. Ошибка страшнейшая, колоссальная. Здесь от викингов забирают у нас Шеда. И без байбека, кстати говоря. То есть уже могут сейчас пойти прощупать почву. Постараться пойти в трон. Да, и игру закончить просто, если он. Тоби тоже умирает, но с Тоби. Ну, Стоби. Там у нас поймали еще и Селерию. Бума стоит один, пошли на Рошан у нас сейчас. А в это время у нас Оуджи подтягивается на 4 вышку, начинает колотить, залетает сюда Тоби. Тоби Шивы просто пытается что-то сделать, но антимага не будет 30 секунд. Еще я не знаю, как быть-то, Михалыч. Супернову нужно, наверное, ставить. Коги, так, да, стараться. Тоби, Супернову нужно это поставить максимально аккуратно. Умирает у нас Рамис, Петерхаммер полетел, ставит Супернова, хукшот, Рамис пытается защитить Супернову, не получается, но это GG, да. Это GG, это 1-1, ребят, у нас будет третья решающая карта, и у нас день прям такой активный сегодня. Да, GG. Так, Селерик, кстати, осторожнее нужно быть, Селерик. О, Сеп прошивает, Сеп хорошо, бабушка Сеп у нас делает хорошую прошивочку. Замечательный нетворс, Селерия Баунти забирает себе, возможно, даже ценой своей жизни, возможно, да. Но самое важное, он Баунти забрал. Там у нас пошел Арамис, он быстрее для них был доступен. Так, Мидван, ну, суд нажимается, стан, земля горит, Мидван должен догореть будет здесь. Ну вот вопрос, когда, хотя на Тео кстати КП оставался, там у него забавно было. Топсон приходит на Арамиса, будет сейчас ответка, Арамиса забивает. Забивает у нас Арамиса, но убили самого на Мидвана, полетел Тосик, слушай, дальше сейчас еще Топсон сделал даблкил. Неплохой Тосик был от Топсона, еще и Курьера подрезают. Так, Топсон пошел, все, Топсон, он почувствовал, хочет сделать больно, очень врывается в Тоби, Тоби забирать должны, стан Мидвана, минус... Уже превосходство, бум приходит, но не допилит. Он Топсона не получается допилить. Также улетает отсюда еще и Нотейл. Так, врыв пошел, поймали Тоби, минус Тоби. Ну это Нотейл уже сделал килл. Так, ладно. Ну 4,5, да? Даже 4,8. У нас Тоби очень больно. Гречка Топсона. Топсон опять делает килл у нас. Уже 6 для него убийство. И сразу полетел он на ботом. Топсон полетел на ботом. Так, ну что, на ботом перетягивается. У нас OG. Врыв. Гречка Тосик. Арамис. Неприятно. Пошел стан. ГДС нажимает Мидван. Арамис. Арамис Таверну. Мидван делает килл и пока что вышку на скалу. У него Яшка, бомб. Ну и он будет, конечно же, Яшу брать себе. Так, пошел Снэпфайр ультимейт, выпилит Мидвана. Там, конечно, урон бомба чистый. Мидван очень быстро разваливается. А там полетели куда? Я не помню сейчас. Ну ты, где он? А, вот он где. Что у нас бум опять пытается его поймать. Но там, кстати, уже не зря же реактив армор у него. Но он тем речей нажимает, уходит. Тоби тоже прожимает, уступает. Поймали, Шед взрывается. Да, бочка взорвалась. Разломок взорвался у него. Тут бум, хочется неплохо. Как викингам сейчас на этой карте. 14-6. Здесь пошел у нас фокус флайер. Шекл зарезает Арамис. Заспили лево, минус Арамис, красотища. Дальше что? Дальше врыв. Есть, и минус Селерия. Еще в итоге 16-6, ребят. 6 тысяч преимущества OG, 5 тысяч. Но киляет, мало фармит у нас. Поймали Тоби, минус Тоби, Тоби забираю. Подтягиваю сюда Мидван, фокус фаер. Ой, бум. Под ГДСом, что-то как-то вообще, знаешь. До свидания. 19-6. Да, можно рожка с тебя было пойти сейчас, в принципе.
пробовать. Топсон, опять кого-то хочет убить здесь. Топсон пошел, врыв под мидвана. Мидван мом нажимает мидван и делает даблкил. И БКБ у него готово, теперь ровно. Три раза. Так, у нас Топсон, гречка тот полетел. Ой, красотища. Где фокус флайер? У нас Варамиса, еще и шикл хороший был. Селери, больно, Шет, ты куда идешь? Хочет драться, нападает Нотейл, Нотейл, раз тычка, два тычка, три тычка, забирает его, минус Нотейл. Красотища, дальше можно идти, выкупается обратно Нотейл в игру, прилетает на левокейте, потому что Мидван уже спасает, Мидван, Мидван, здорово, фу хп, БКБ на развороте до бума, бум пока что выживает, выкупается в игру, обратно у нас также Селери, Селери здесь, на месте, Топсон, гречка Тосик, бум. Бум выживает, Шет забегает, получает стан, его еще и связали, туда еще и разлом полетел сейчас. Бабах, минус Шет, Шет забирают у нас. Ну и Бума тоже должны будут здесь добить. Бума... Бума забирают. Да, реально, не Топсон, а Потсон, я согласен здесь. GG.